Архангельск нес. Били меня, искали, так я не отдал. А ему сам отдам. Давай шапку. Идыч! 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 Головы свои отдадим! Подарем одно ополчение! Да неужто ж добро свое пожалеем? А землю родную не пожалеем? Добрата с пользой! Описать надо! А список сохранись! Обманут тебя! Мы же и обманем! Запишем! Не обманите! Ежедневно в банки и сберкассы страны советские патриоты вносят свои сбережения и ценности для укрепления мощи родной Красной Армии. В конторе Свердловского госбанка пенсионер товарищ Кибель делает взнос наличными деньгами из своей скромной пенсии. Товарищ Лебедева, мать четырех сыновей, находящихся в Красной Армии, сдала золотую цепочку. Товарищ Хохрякова вносит обручальное кольцо. Товарищ Гаврилова, жена инженера, вносит золотые часы и золотую брошь. Поступления в фонд обороны по всей стране увеличиваются с каждым днем. Все мобилизованные полностью обеспечены всем необходимым для прохождения службы. Более того, на специализированном портале «Объясняем.ру» подчеркивается, что требование покупать что-либо за свой счет незаконно. Вместе с тем, желающих помочь фронту солдатам и офицерам с каждым днем все больше. Это и обычные люди, и волонтерские центры. В трудную минуту народ и армия едины как никогда, убедился Алексей Платонов. «Все для фронта, все для победы» – этот лозунг сегодня снова актуален. Оказать помощь нашим военнослужащим готовы жители и крупных городов, и небольших селений. Центральная Россия, Камчатка, Якутия, Приамурье. Люди ежедневно, даже в выходные, приносят в пункты сбора теплые вещи, продукты и многое другое. Так, это вот медикаменты. В городе Губкинске Ямало-Ненецкого автономного округа необходимые военнослужащим вещи собирают в рамках акции «Посылка солдату». Участие в ней принимают неравнодушные
местные горожане и целые коллективы предприятий и организаций. Сбор и отправку координирует фонд «Дорогами добра» с Ямала. Самое важное, мы не должны забывать, что у нас впереди зима. Просто сменное термобелье, оно всегда в приоритете. То есть его лучше пусть будет про запас. И, конечно, это письма. Письма – это для них, как, знаете, как привет от родных, близких, друзей, неважно от кого, просто даже от незнакомых людей. Им важно чувствовать эту поддержку, понимать, что мы даже здесь, находясь, мы о них помним, мы их ждем домой. Это ателье в Копейске знают уже, наверное, все жители южноуральского города. Владелец предприятия Мария Сезон не только собирает вещи для мобилизованных, но и сама шьет для солдат. Применение находит даже старым шубам и дубленкам, которые нередко приносят пожилые копейчане. Из них выкраивает теплые зимние куртки. Работы так много, что не хватает рук. Тем не менее, отправлена уже не одна партия одежды. Ты видела видео, когда провожают родных в слезах, в эмоциях, и это очень сильно затронуло, и хотелось помочь. Увидела, как вообще там парни, зима на носу, и решила внести свой вклад. В Челябинске центром сбора помощи стал фонд поддержки гражданских инициатив Южного Урала. Местный турклуб пожертвовал десятки спальных мешков, теплых вспененных подстилок и другое снаряжение. Они все наши. Там моих друзей и родственников на данный момент нету, но, во-первых, все быстро меняется, и они там могут оказаться. И я считаю, надо помогать там. Неважно, родственники или не родственники, это все наши. В Москве руководство столичного филиала компании «Хартия» решило поддержать своих сотрудников, призванных в рамках частичной мобилизации. Своих не бросаем. Здесь, наверное, наша социальная ответственность, которая постоянно присутствовала в компании, не позволяет нам так просто наших товарищей, коллег отправлять непосредственно исполнять свои обязательства. Поэтому было принято решение о том, что каждый сотрудник, который подлежит мобилизации, будет дополнительно укомплектован имуществом, которое потребуется его на период прохождения первичных подготовительных мероприятий. После мобилизации 35 сотрудников компании проходят переподготовку. На основе их пожеланий был сформирован вещевой комплект из 30 предметов первой необходимости. Рюкзаки уже отправлены к месту службы. В вещевом комплекте все самое необходимое. Зимняя одежда, теплая обувь, налокотники, наколенники, набор для приготовления пищи, фонарик. Пылевлагозащищенный, кнопочный, мобильный телефон и дополнительный аккумулятор. И, конечно же, медицинская аптечка. Общий вес вещевого комплекта около 15 килограммов. Вскоре такие же рюкзаки получат еще 20 человек, те, кому только что выдали повестки. Но на складе компании заготовлены уже более 100 комплектов. Часть будет направлена в подшефное подразделение Терского казачьего войска, которое принимает участие в спецоперации. Связь, наверное, вы говорите, поддерживаете с вашими коллегами. Как у них настроение, что говорят? Настроение боевое. Каждый из тех, кто уходит, он понимает, что он идет защищать свою родину, исполнять свой гражданский долг. Помочь фронту в эти дни решили многие московские предприниматели. Дмитрий Солдатов, после того, как повестка пришла одному из его сотрудников, собрал для него комплект необходимой в боевых условиях техники. А теперь, уже имея опыт, готов поделиться такими наборами со всеми мобилизованными. Приходите, показывайте повестку, что вас мобилизовали. Вам выдаю вот такой крутой дрон, к нему телефон и телевизор. Пауэрбанк на 20 чего-то там и провода. Вот такой комплект получится от меня в подарок. Москвичка Анна Федина – ветеран Великой Отечественной войны. Недавно она написала письмо на одно из оружейных предприятий в Калужской области с просьбой изготовить для участника специальной военной операции дальнобойную снайперскую винтовку. К вам обращается Федина Анна Константиновна, ветеран Великой Отечественной войны из Москвы, с просьбой изготовить снайперскую винтовку для подарка. Я всю жизнь считала, что вражескую гидру надо бить в ее логове, и сегодня ликвидировать противника на его территории немаловажная задача. Кроме военных, как мне пояснили мои внуки, на Донбассе сейчас сражаются ребята-добровольцы, и пусть мой подарок пойдет им в помощь. Я имею личные сбережения, понимаю размер расходов и готова оплатить подарок. Калужские оружейники, конечно же, не смогли отказать в такой просьбе и бесплатно изготовили винтовку «Сталинград» с именной надписью, а также пообещали, что в ближайшее время оружие будет доставлено в войска.
Раньше участники этой студии вязания и бисероплетения в подмосковных Мытищах дарили теплые носки и варежки родным и знакомым, а теперь, не покладая рук, вяжут для наших военнослужащих в зоне спецоперации. Мы просто собираемся здесь, обмениваемся опытом, показываем, у кого что получилось, как получилось, пообщались, а вяжем дома. И даже некоторые вяжут и ночью. Ну, постараемся, что это надо под ботинки или под сапог, но чтобы все это влезло, чтобы солдат мог себя чувствовать комфортно. Всего несколько дней, и первая партия шерстяных изделий уже готова к отправке. Мы хотим, чтобы эти носочки грели наших воинов. Дорогие детки, это все для вас. Алексей Платонов, Татьяна Каминская и Тимофей Проймин в центре событий. Становится родина, как монолит в горниле.